Каратео, шу, кунг-фу, греко-римская борьба. 29 ноября в Вологде торжественным парадом открылся 5-й фестиваль боевых искусств. Он собрал более 1000 спортсменов из 19 городов России и США. А самым главным событием фестиваля стал международный кубок по кунг-фу «Вологда-2014». Подробности расскажет Юлия Савинцева. Этот вид боевого искусства называется илицуань – искусство развития сознания. Основателем этого стиля китайского ушу считается Чин Ли Кюн. Главные соревнования 5-го фестиваля боевых искусств были посвящены именно этому мастеру. На площадке Дворца единоборств его сын и главный гость фестиваля – патриарх школы Лицуань, грандмастер Чин Фан Сён, вместе со спортсменами из Москвы и Вологды демонстрирует свое мастерство. Стиль илицуань развивается в Вологде с 2001 года. Сегодня им занимаются около 300 человек самого разного возраста. Валерию Васильевичу уже 66. Ветеран МВД практиковать занятия илицуань начал 4 года назад. И теперь он тоже участник соревнований. Мы люди уже не молодые, нам уже за 60. И вся группа у нас такая. Поэтому занимаемся в охотку и в основном все упражнения. Значит, именно направлены как раз на поддержание физподготовки своей. Всего же около 10 различных направлений боевых искусств представлены на юбилейном фестивале. Он начался в областной столице 22 ноября и собрал более 1000 спортсменов со всей России, а также гостей из США. Мероприятие стало международным, и судьи отмечают, что уровень спортсменов возрос. То есть гораздо труднее сейчас заработать медаль на нашем турнире, нежели это было в прошлом году или позапрошлом. Поэтому то, что мы делаем раз за разом, это стимулирует людей заниматься физической культурой, спортом регулярно, чтобы показывать спортивные результаты. Действительно, еще 3-4 года назад в Вологде боевыми искусствами занимались около 2000 человек, а сегодня их вдвое больше. Толчок в этом направлении дало открытие Дворца боевых искусств. Это произошло 2 года назад. И сейчас явный прогресс отмечают все гости фестиваля. Очень нравится организация спорта в городе Вологде. И когда я сюда только начал ездить, например, вот этого Дворца боевых искусств здесь не было. И мы проводили семинары где-то в школьных залах, где-то на улице, в соседнем помещении здесь производили. И потом при поддержке мэра города Евгения Борисовича Шулепова был построен этот дворец. То есть они радеют не как за работу, да, они радеют как за дело своего увлечения, на которое они тратят всю свою жизнь. По итогу состязаний вологжане заняли немало призовых мест. Так Павел Воронов на соревнованиях по дисциплине ушу таулу поднялся на верхнюю ступень пьедестала, пополнив и без того солидную коллекцию наград. В моей коллекции также есть и несколько кубков на международных турнирах и около 200 медалей. Впрочем, фестиваль – это не только спортивные баталии, но и показательные выступления, мастер-классы, встречи со специалистами. Так ведущий в стране востоковед и специалист в области российско-китайских взаимоотношений Алексей Маслов прочитал лекцию об экономическом партнерстве России и Китая. Важно сейчас предлагать Китаю свои бизнес-проекты, перенимать новые технологии, обмениваться социальным опытом. Надо приглашать китайских предпринимателей сюда, и не в те проекты, в которые они хотят зайти, а в которых важно город. Это и социальные проекты, и логистические проекты, и строительство, возможно, торговых площадей, и строительство заводов. Причем таким образом, чтобы рабочая сила была все-таки российская, а не китайская, чтобы создавались новые рабочие места на территории Вологды. Не менее ярким моментом фестиваля стал и мастер-класс по каллиграфии от гостя из Москвы Константина Агеева. Каждому посетителю мастер написал индивидуальное напутствие китайскими иероглифами. Для главы города Вологды он оставил послание, где изобразил добродетель и долголетие как основу любого правителя. Своими делами ты будешь оставишь память поколения. А своим долголетним здоровьем ты будешь уважаем среди мира людей. Ответный подарок от Евгения Шулепова тоже стал символичным. Главному гостю фестиваля Чин Фан Сён он преподнес матрешку, символ не только России, но и знак развития, движение вперед. Шаг за шагом мы двигаемся вперед, и вот приходим, начинаем вот с такого маленького и приходим вот к такому великому. Проведение этих фестивалей, безусловно, популяризируют эти виды спорта. Есть все основания полагать, что
если мы будем двигаться такими темпами, то в ближайшее время мы будем готовы к проведению чемпионата мира по боевым искусствам. И это решение было поддержано не только зрителями, но и гостями фестиваля. Проведение чемпионата мира будет запланировано на ближайшие годы. Юлия Савинцева, Михаил Протасов. События дня.